Спасибо за то, что вы пришли. Будь Мэгги здесь, она бы сказала вам: чувствуйте себя как дома. Одной из лучших черт Мэгги была ее удивительная любовь к дочери. По правде сказать, я был неважным отцом. Но сейчас я исправлюсь. Я сделаю это ради Дженни. Как дела, дружище? Не верится, что ее нет. Дома творится что-то странное. Что ты делаешь? Деточка рисует. Как ты думаешь, где сейчас мама? Ну как, Дженни? Сказала, что кто-то был в ее комнате. Где ты это видела? Мне нельзя говорить. Озлобленная душа, застрявшая в этом мире. Клянусь, там что-то есть. Это зло. Дженни? Иди сюда, Саманта. Царство мрака. Чего он хочет, этот дух? Причинять боль? Она пытается что-то сказать. Только тихо, а то мы ее спугнем.